Ну вот, камера закреплена. Соответственно, теперь показываю, как он режет. Значит, желательно резать, как и всем другим инструментам, к стволу режущей кромкой. И такие срезы я делаю под небольшим углом, чтобы вода не застаивалась. Как мягко и легко это все хозяйство убирается вниз. Иначе все бы это мне пришлось потом протискивать, пропихивать и так далее. Все, вот оно ушло. Вот такая вещь.